Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. С праздником, Москва, любимая столица! И с днем рождения, телерадиоканал «Страна FM». В ладоши хлопаем, громко здесь. Твои щечки сводят меня с ума. Эти щечки сводят меня с ума. Я желаю телерадиоканалу «Страна FM» остаться таким же душевным телерадиоканалом. Я слушаю вас постоянно. Прикасись ближе, говори тише, выключи свет, он третий лишний. Прикасись еще ближе, ниже, ниже, ниже. Я желаю, обычно я желаю продуктивные такие темы, как процветание. Это очень важно. Сегодня, в день рождения телерадиоканала «Страна FM», на этой сцене собралось настоящее созвездие великолепных артистов. Прямо сейчас вы можете видеть за моей спиной Юлию Паршуту и Марка Тишмана. И мы обязательно зададим им несколько вопросов относительно того, каково же выступать на праздновании года телерадиоканала «Страна FM». Я желаю всем, кто работает на канале, благодарной публике. Я хочу, чтобы каждый день человек шел не как на работу, а как на удовольствие. Получать удовольствие просто каждый день. Девчонки, давайте вместе громко-громко покричим! Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.